ищу что-то исключительное. Я охотник за красивыми людьми. Кажется, что сколько на Земле людей, столько и определений красоты. Постоянно соприкасаясь с людьми, создавая новый образ, абсолютно убеждена, ведь я должна воплотить задуманную картину в живую реальность. И когда это происходит, ты увидишь счастливого и уверенного в себе человека. Она красива потому, что загадочна и с историей. Она красива потому, что женственна и проста. Она красива потому, что смелая, живая и активная. А теперь скажи мне, кто ты сегодня?